Старую травмоопасную площадку снесли и установили новый спортивный комплекс. На территории 27-й школы в Мурманске завершились ремонтные работы. Дети, не дожидаясь 1 сентября, уже бегут в школу. Неудивительно, ведь спортивная зона оснащена скалодромом и футбольным полем. А при желании там же можно повторить алфавит. Глава администрации города совместно с депутатами оценил качество выполненной работы. Летом на территории 27-й школы обустроили детскую спортивную площадку. До этого игровая зона была старого советского образца, травмоопасная и непривлекательная для занятий. Проверить выполненную работу и оценить, насколько школа готова к новому учебному году, приехал лично Андрей Сысоев. Во-первых, школа одна из самых больших в городе Мурманске. Здесь они две рядом, это 10-я гимназия и 27-я. У каждой из них есть своя вот такая вот площадка, практически полноразмерный стадион, который школа эксплуатирует вместе. Вот эта вот площадка детская. И понятно, что, как впрочем и на всех остальных, они могут эксплуатироваться еще и людьми, которые живут в близлежащих домах. Новая площадка рассчитана на ребят из начальной школы и дошкольников, разделена на три возрастные зоны. Теперь дошколята могут попробовать себя в скалолазании, попутно изучая буквы, а школьники поиграть в футбол, залезть вверх по канату и выучить другие акробатические трюки. И я действительно, как доктор, очень рада, что таких площадок в городе за последние годы стало столько много. И я вижу вообще, и проезжая по улицам города, и из своего двора, что очень много детей занимаются на этих площадках, они пользуются популярностью, дети там проводят все свое свободное время. Считаю, что это прекрасная альтернатива нашим компьютерам и компьютерным играм, которые есть. Маленькие северяне уже заметили новую яркую площадку. Ребята приходят сюда поиграть и покататься на велосипеде. А те, кто постарше, выполняют физические упражнения на турниках. Поиграть можно везде. Рядом со школой. Можно потом после школы приходить сюда каждый день. Хорошую погоду зимой, летом, весной. Осенью. За последние годы в Мурманске были обновлены или построены заново более 100 спортивных и детских площадок. Для безопасности используется искусственное всепогодное покрытие. Так ребятам гораздо приятнее бегать, комфортнее прыгать и, конечно, не так больно падать.